Приморье встретили победители всероссийского конкурса для одаренных школьников «Большая перемена». 300 детей из разных регионов выиграли главный приз «Путешествие мечты». Это железнодорожный тур через всю страну с посещением ее ключевых достопримечательностей. Так, в ближайшее время ребята побывают в самых интересных местах Владивостока. От имени губернатора Приморского края Кожемяка Олега Николаевича я рада передать вам большой привет от нас, приморчан, и быть уверенной, что эти дети, которые сегодня лучшие, а вы лучшие, точно? Да! Что тот путь, который вы совершили, что он не просто поезд по всей нашей замечательной родине России, а путь новых друзей, новых каких-то идей, правильно? Да! Владивосток, поезд большой перемены, прибыл из Санкт-Петербурга. По пути он уже посетил 12 городов нашей страны. Также среди ребят победители конкурса «Большая перемена» юный житель Надеждинского района Приморья Максим Кузнецов. Он учится в 8 классе и увлекается робототехникой. Анна Дьякова, новости на 8.